Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Почему так бывает, что человек вроде внешне не особенно нравится, даже противен немного, но очень тянет к нему и сердце бьется при виде него? Ну, ответ здесь, на мой взгляд, довольно прост. Связан он с тем, что с этим человеком у вас могут быть связаны некоторые потребности. Вот. То есть, ну, вы можете связываться с этим человеком, да, вот какие-то свои, ну, какие-то свои желания, вот, грубо говоря. И, соответственно, эти желания и делают человека, о котором вы говорите, привлекательным для вас. Вот. Так что тут на мой скромный взгляд нужно смотреть в первую очередь, чего вам хочется. Вот. Ну, когда речь идет вот в контексте вот этого человека. Вот. Чего вам хочется? И, скажем так, на что вы, нацелены, да? Вот. То есть очевидно же, что какая-то направленность ваших чувств, да, вот, имеется. И все, что нужно вам сделать, это вот как раз таки постараться заметить, постараться заметить, вот, что это за за потребности. И я думаю, что проблема или ответ на вопрос будет решен, конечно, если вы если вы хотите этот вопрос решить. Вот. Вот. Я думаю, так можно вам ответить. Конечно, существует еще такой феномен, как импринт, да, это когда происходит
своего рода запечатление образа. Вот. И в данном случае человек может вызывать у вас определенные чувства, вот. Именно на уровне ассоциации. Да. То есть, ну вот ассоциативно, да, что у вас в прошлом опыте было, ну, что-то такое вот похоже. И человек вызывает у вас вот ну такие чувства. Вот то, что я могу вам сейчас сказать. То, что я могу вам сейчас ответить с точки зрения психологии, да, и с точки зрения психотерапии. Если бы вы предоставили побольше информации, да, о себе, о своих отношениях с мужчиной, то я думаю, вам было бы куда легче помочь ответить на те вопросы, да, вот, которые у вас есть, ну, то есть вот это же абсолютно нормально, что вы хотите, ну, как-то получше, например, узнать себя. Вот. Всего самого вам хорошего, доброго. Обращайтесь за помощью. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу.